Уважаемые зрители, 14 августа этого года в Республике Дагестан произошло трагическое событие, в результате которого есть много погибших, в том числе дети. В связи с трагедией в городе Махачкале объявляется минута молчания. Thank you.
Thank you.
Поднимите.
Thank you.
оружие, противогазы, огнеопасные пиротехнические изделия, лазерные устройства, алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества. Приносить пропагандистские материалы экстремистского характера, содержащие нацистскую символику. Также напоминаем, курение на территории стадиона запрещено. На стадионе работает система видеонаблюдения. Спасибо. Тебе билет на следующий домашний марш. Стоит на улице, общий вход.
номер 7-2-7-2. Thank you.
Кыргызской Ильи Верховского университета с первого года имени Александра Федоровича номер 7.
выступит в своей очередной домашней игре в субботу в понедельник. В следующую субботу 26 августа в 18:30 с командой футбольный клуб «Ленинградец».
напоминает для различий мест, находящихся на восточной трибуне, по окончании матча будут открыты все выходы на улицу Аркадская. Сюда!
участники открытия чемпионата.